Мадагаскар. Экзотический остров Мадагаскар – это неповторимая земная красота в Индийском океане, привлекающая особой загадочностью. Из-за уникальности остров нередко называют «восьмым континентом». Какой он, Мадагаскар, с его несравненной природной силой, что до сих пор поражает и очаровывает? Давайте отправимся вместе, чтобы прикоснуться к красоте и величию острова мечты. Мадагаскар – удивительная островная страна, пролегающая зеленым оазисом на юго-восточном побережье Африки. Миллионы лет Мадагаскар был частью единой континентальной земли Гондвана, которая в результате тектонических сдвигов откололась, став первым островом на Земле. Достоверно известно, что люди попали сюда не так давно, всего 2000 лет назад. Живописный берег Мадагаскара через подзорную трубу в начале 16 века впервые увидел португальский мореплаватель Диего Диас. С тех пор остров стал одним из важнейших центров торговли на пути к загадочной Индии. С 1896 года Мадагаскар – французская колония, а уже в 1946 получил статус заморской территории Франции – а независимость островное государство получило только в 1960 году. Остров – один из самых больших на Земле. Размерами уступает лишь Гренландии, Новой Гвинее и Калимантану. Площадь острова – 590 тысяч квадратных километров. Его крайняя северная точка – мыс Амбор, удалена от крайнего южного Сент-Мари на 1650 километров. Мадагаскар – горная страна. Большая его половина – это горные хребты, плоскогорья и пасма высоких холмов. Главный водораздел Мадагаскара тянется с севера на юг более чем на 800 километров вдоль восточного берега, так что между ним и океаном остается сравнительно узкая полоса низменности. К востоку горы круто обрываются, а на западе к ним прилегают плоскогорья, которые огромными ступенями опускаются в Мозамбикский пролив. Самые высокие горы Анкаратра и Царатанана расположены в центре и на севере острова. Это группы потухших вулканов 2-2,5 тысячи метров высотой. Действующих вулканов на Мадагаскаре нет, но потухших действительно очень много. Когда-то островная территория была настоящим центром достаточно мощной вулканической деятельности. И надо сказать, что и сегодня землетрясения здесь бывают довольно часто. На острове почти везде бьют горячие источники – а из трещин земли струится углекислый газ. Восточный берег Мадагаскара сплошь унизан реками. Все они небольшие, но порожистые и стремительные. Особенно после дождей, когда даже маленький ручей превращается в бурный поток. Рек, впадающих в Мозамбикский пролив, немного. Однако они длинные и полноводные. Некоторые из них в нижнем течении пригодны для судоходства, однако плыть по ним могут только небольшие плоскодонные судна. Климат восточного побережья Мадагаскара достаточно влажный и теплый, а уже на западе жара слабее из-за относительной сухости воздуха. Европейцы лучше всего переносят климатические особенности острова в центральной части Мадагаскара. Различие климатов на острове объясняется его размерами и рельефом. Но есть и общие черты. Климат повсюду тропический, и календарный год делится не на 4 сезона, как у нас с вами, а только на 2 – сухой и влажный. На восточном берегу Мадагаскара дожди начинаются в декабре, длятся до апреля, и именно тогда жара на острове
будет нещадной. Февраль, кстати, самый теплый месяц. Температура достигает 34 градусов. С мая по ноябрь наступает сухой сезон, называющийся так только потому, что в это время бывают дни без осадков. Самым холодным месяцем на Мадагаскаре считается июль, но и тогда температура равна 16 градусам. На западном побережье Мадагаскара обычно жарче, до 38 градусов тепла. Также с декабря по апрель ежедневно идут сильные ливневые дожди. А сухой островной сезон оправдывает название. Иногда целыми месяцами на жаждущую землю не выпадает ни капли. Именно такие климатические условия обуславливают буйство растительности на Мадагаскаре. Она роскошна и разнообразна, ведь на острове много тепла и влаги. Ананасы, бананы, лимоны, апельсины, фисташки плодоносят на протяжении года. Мадагаскар является настоящим ботаническим раем. Здесь растет почти 15 тысяч видов растений, среди которых 170 видов пальм, что втрое больше всей материковой части Африки. Все восточное побережье Мадагаскара, от моря до подножья гор, покрыто влажными тропическими лесами, которые тянутся узкой зеленой лентой. В лесах заросли изумрудных папоротников, множество сложноцветных бобовых растений и красочных орхидей. Они настоящая тропическая красота Мадагаскара. Золотисто-желтые, пурпурные и темно-голубые, красные и белые веночки этих цветов, как огненные вспышки. Вся эта изысканная красота сливается в одну яркую природную ткань. Настоящая гармония природы и искусства. На острове насчитывается аж 1200 видов этих прекрасных цветов. Такое разнообразие обусловлено геологическим строением Мадагаскара. Кроме того, орхидеи разработали настоящие стратегии выживания, создавая симбиотическое существование с другими живыми существами и многими видами других растений. Довольно долго Мадагаскар был местом, куда ботаники всего мира, сломя голову, мчались разнообразить свои коллекции орхидей. Такой международный энтузиазм едва не навредил цветам. Природозащитные организации вовремя остудили головы рьяных любителей изысканной красоты. Из 70-х годов прошлого века сбор орхидей на Мадагаскаре, как и, кстати, во всем мире, строго запрещен. Высокоствольные леса и нетронутые заросли на Мадагаскаре чередуются с лугами и болотистыми местами. Под густыми кронами деревьев царит зеленоватый полумрак, потому что солнечные лучи сюда еле-еле проникают. Свет задерживается сплетением веток, древовидных папоротников и лиан. Повсюду, как в сказке о водяных, лежат мертвые полусгнившие стволы, загромождая тропинки. А живые деревья сплошь покрыты эпифитными растениями, орхидеями и свисающими бородами бледного мха, который по-настоящему истощен тьмой. На заболоченных участках густо растут камыши, гигантские травы, а среди них, как настоящие невесты, цветут хрупкие лилии с широко развернутыми лепестками. В западной части острова, где влаги меньше, леса значительно реже. Они простираются главным образом по долинам рек. Там встречаются бамбуки, баобабы, тамаринды, тиковые и розовые деревья. На восточном побережье острова растет кокосовая пальма, на западном – веерная.
В лесах встречается копаловое дерево с густыми блестящими листьями, из смолы которого изготавливают высококачественный лак. Повсюду, кроме высокогорной части острова, любуют глаз пальмы рафия. Их стройные, но короткие шероховатые стволы украшены сверху пучком листьев из 5-6 метров в длину. И какой же Мадагаскар без рассказа о равинале, или дереве путешественников? Гладкое и высокое, оно увенчано листьями, черенки которых сходятся к стволу вертикальной плоскостью, как спицы в огромном колесе. Дерево получило такое название из-за того, что в трубчатых черенках скапливается много воды. Ею может воспользоваться и утомленный путник, и любое животное, чтобы утолить жажду. Однако дерево растет только на болотах и возле ручьев. В засушливых районах острова равиналы не встречаются вовсе. На Мадагаскаре успешно выращивают многие культурные растения – бататы, фисташковые орехи, ваниль, а на плоскогорьях простираются бесконечные чайные кусты. На побережьях острова красуются плантации кофе, хлопчатника, сахарного тростника, риса и повсеместно произрастает целебный имбирь. На острове немало и других полезных растений, таких как шоколадное дерево, табак, бананы, мадагаскарская слива, финиковая пальма, персиковые и лимонные деревья, индиго, шафран, камфорное дерево и фиги. Животный мир Мадагаскара по своеобразию можно сравнить разве что с австралийским. Он образует особенную экосистему острова. Некоторые ученые предполагают, что Мадагаскар таки действительно является обломком огромного материка Лемурии, существовавшего на месте нынешнего Индийского океана. Животные этого материка погибли вместе с ним, но уцелели только на Мадагаскаре. Поэтому, друзья, Мадагаскар – это не только название одноименного мультфильма, это практически единственное место, где живет несколько десятков разновидностей лемуров. Считается, что животные попали на остров на плотах, которые построили самостоятельно. Если это предположение ошибочно, и лемурии не было, а Мадагаскар просто отделился от Африки, то отрыв произошел задолго до того, как возникла современная африканская фауна. Вот почему, несмотря на близкое соседство с Африкой, на Мадагаскаре почти совсем нет обычных африканских животных. Однако на нем сохранились лемуры и насекомоядные. Именно они и являются основными представителями животного мира на Мадагаскаре, который не зря еще называют островом лемуров. Эти животные, несомненно, вызывают доброжелательную улыбку и восхищение. Название лемур происходит от латинского слова «lemures», означающего «ночной дух» или «призрак». Эти животные названы именно так, вероятно, из-за темных кругов вокруг их больших светоотражающих глаз и воя, который издают некоторые виды, например, индриевые лемуры. Если верить преданиям, лемурами называли души усопших, которые не находили покоя в царстве мертвых и блуждали по ночам, пугая древних римлян. У них даже был праздник под названием Лемурия, отмечавшийся 9, 11 и 13 мая с целью оградить себя от этих злых духов. Когда в 16 веке первые европейцы оказались на Мадагаскаре, их тоже напугали ловкие ночные обитатели тропического леса с огромными глазами, светящимися в темноте. Вот скажите, как тут было не вспомнить поверье? Лемуры – это приматы из подряда полуобезьян, которые водятся только на острове Мадагаскар
и частично на Коморских островах. Мадагаскарский лемур является не только уникальным животным, но еще и визитной карточкой острова, как, к примеру, кенгуру в той же Австралии. Природа Мадагаскара настолько неповторима, что их здесь обитает несколько десятков видов, и они стали живой островной достопримечательностью. К тому же лемуры доверчивы, очень дружелюбны к человеку и чрезвычайно миролюбивы. Лемуры являются млекопитающими и относятся к отряду приматов, подотряду макроносых обезьян и инфраотряду, собственно, лемуров или лемурообразных. Ближайшими родственниками лемуров являются обезьяны, хотя у лемуров с ними множество отличий. Что же касается самих лемуров, то все их семейство делится на 5 подсемейств, насчитывающих аж 101 вид. Размеры животного зависят от его видовой принадлежности. К примеру, самый маленький карликовый мышиный лемур настолько мелкий, что легко поместится на человеческой ладони. Он всего 18-22 сантиметра в длину, с учетом хвоста, при весе всего 24-38 граммов. Это по-настоящему крохотное животное. А вот самый большой лемур – короткохвостый индри, длиной 50-70 сантиметров, а масса представителей этого вида в среднем составляет 6-8 килограммов. Зоологи профессионально убеждают, что когда-то, как на территории Мадагаскара, так и на всем африканском континенте, водились поистине гигантские лемуры, имевшие вес до 200 килограммов. Своими размерами они значительно превосходили современных горилл. К сожалению, эти лемуры-великаны давно вымерли. Туловище лемура удлиненное и довольно плотное. Голова округлой формы и немного плоская. Мордочка животных в определенной степени похожа на лисью. Такая же вытянутая, заостренная и немного хитроватая. Вокруг пасти есть тактильные усики, которые не только украшают лемура, но и выполняют функцию осязания. Глаза необычно большие, желтого или оранжевого цвета. Впрочем, в природе существует вид голубоглазых лемуров. Это черный лемур Склотера. Большие глаза лемура Индри напоминают блюдца. В них застыло постоянное удивление или даже большой испуг. Расширенные зрачки имеют особую сосудистую оболочку – тапетум. Благодаря ей эти животные способны отлично видеть в темноте – некий встроенный биологический прибор ночного видения. Зубы лемура тоже имеют особенное строение. На верхней челюсти резцы расставлены очень широко. В то же время на нижней они сильно сближены с клыками и находятся под значительным наклоном вперед, создавая своеобразную зубную расческу. На всех четырех лапах лемура есть по 5 пальцев. Большой палец отчетливо противопоставлен остальным. В целом строение лап лемуров очень похоже на обезьянье и, конечно же, немного на нашу с вами ладонь. На пальцах есть ногти. Причем на указательных они особенно длинные, поскольку лемуры используют их в гигиенических целях. Ими они выискивают насекомых-вредителей в шерсти. Кстати, она у лемура густая и может иметь самую разнообразную окраску. Одни виды лемуров окрашены серо-бурым цветом, другие – черно-белым, третьи отличаются рыжим или красно-коричневым мехом. Очень интересный окрас у кошачьего лемура, а его длинный и гибкий хвост украшен черно-белыми полосками. Стоит особо отметить хвост лемура. Он длинный, пушистый, и это практически пятая конечность для него. Его длина равна длине тела, хотя иногда может и превышать ее. Роскошный хвост у кошачьих лемуров не только для украшения. С его помощью происходит общение,
А еще, подобно белкам, хвост помогает животным сохранять равновесие во время прыжков. А вот короткохвостый лемур Индри, к сожалению, не может похвастаться длинным хвостом. У него он самый короткий в лемурьем семействе, всего 3-5 сантиметров. Продолжительность жизни лемуров в условиях дикой природы зависит от их вида. В среднем они живут около 20-35 лет. Когда-то предки современных лемуров обитали в Африке и на прилегающих к ней островах, но теперь ареалом их обитания является преимущественно остров Мадагаскар. Конечно, огромное количество лемуров вывозится за пределы острова, и сейчас их можно увидеть в зверинцах всего мира. Эти удивительные животные хорошо приживаются в неволе и неплохо размножаются. Большую часть своей жизни лемуры проводят на деревьях, по которым отлично лазают, виртуозно прыгая по веткам и балансируя при этом длинным хвостом. Впрочем, есть виды лемуров, которые много времени проводят на земле. На деревьях лемуры, как правило, сидят или лежат, греются под яркими лучами тропического солнца. Там же обустраивают логово, отдыхают, спят и выводят потомство. Когда необходимо, лемуры, как самые настоящие акробаты, будут прыгать с ветки на ветку. Некоторые делают это просто сногсшибательно, а их прыжок иногда достигает 10 метров. Лемуры – социальные животные с ярко выраженным территориальным чувством. Как правило, они живут семейными группами от 3 до 30 особей. В такой среде действует четкая иерархия. Кстати, у лемуров суровый матриархат. Вожаком является самая сильная самка, которая может сама выбирать для спаривания самцов во время брачного периода. И только на ее стороне преимущество при выборе еды. Количество самок и самцов в такой группе примерно одинаково. Но если самки остаются в группе долго, бывает, что самцы идут искать помоложе. Однако в случае неудачных поисков продолжают жить одиночками. Каждая группа лемуров имеет свою четко определенную территорию, площадь которой составляет от 6 до 80 гектаров. Границы своего островного королевства лемуры помечают специальным секретом и мочой, чтобы лемуры-чужаки чувствовали по запаху, что здесь им делать нечего. Будучи социальными животными, лемуры активно общаются друг с другом с помощью хрюкающих или мурлыкающих звуков, а в случае опасности они пронзительно и жутко кричат. Дополнительной коммуникацией между лемурами является, конечно же, их длинные хвосты. Интересно, что с их помощью самцы-лемуры нередко выясняют отношения. Между ними происходят так называемые «вонючие бои» для определения, кто из лемуров главный. Животные смазывают хвосты особым пахучим секретом, находящимся под мышками, а затем тыкают их друг другу под нос. Чем сильнее запах будет поступать от хвоста, тем выше иерархический статус владельца. Тот лемур, у которого скорее не выдержит обоняние или нервы, признает поражение и стремительно убирается прочь. Некоторые виды лемуров, например, карликовые, в засушливое время года впадают в так называемую зимнюю спячку. Они сидят в нерушимом оцепенении на ветках, абсолютно ничего не едят, а их организм в это время тратит заранее накопленный жир. Подавляющее большинство лемуров – сумеречные животные, которые днем лениво отсыпаются в своих уютных логовах, а вечером выходят на поиски еды. Спят лемуры прямо на ветках деревьев,
крепко обхватив их лапами. Чем же питаются лемуры? Они, подобно обезьянам, всеядные животные. Однако их скорее можно назвать вегетарианцами, чем хищниками. Основным в рационе для них являются листья деревьев, спелые фрукты. Особенно лемуры любят фиги и бананы, побеги растений, семена и древесная кора. Но бывает, что добычей лемуров может стать мелкая живность. Это богомолы, ночные бабочки, сверчки и пауки с тараканами. Некоторые лемуры не прочь поохотиться на древесных лягушек, а также полакомиться мелкими птицами или забраться в их гнезда и выпивать яйца. Некоторые разновидности лемуров едят землю как противоядие от токсичных веществ, содержащихся в листьях некоторых деревьев. Очень голодные лемуры от безысходности могут потреблять даже гнилые щепки. Примечательно, что лемуры едят подобно обезьянам и людям. Пищу берут сначала лапами, а уже затем кладут в рот. Брачные заигрывания у лемуров не отличаются особой изысканностью. Они обычно кричат, как неистовые. Особенно пугает голос лемура Индри. Создается впечатление, что плачет изнуренный ребенок, которого бросили на произвол судьбы среди тропического леса. Такое утреннее или вечернее обезумевшее пение лемуров, которым они объявляют свои права на владение территорией, можно слышать на расстоянии аж до 2 километров. Устраивая концерты в гробовой тишине тропических дебрей, лемуры ужасают неподготовленного человека. И скажем откровенно, что впечатление действительно не из приятных. В случае, когда самец откликается на зов доминантной самки, образуется крепкая моногамная пара. А дальше все по законам вечной любви. Только в случае смерти одного из партнеров самец или самка могут подыскивать новую пару. Однако такое наблюдается только среди лемуров Индри, а уже другие виды особой верностью не отмечаются и ведут полигамный образ жизни. Продолжительность беременности у лемуров вариативна и зависит от видовой принадлежности животного. В среднем это где-то от 2 до 5 месяцев. Лемуры рождаются беспомощными и слепыми, но уже на второй день жизни прозревают. Едва появившись на свет, новорожденные детеныши лемурьего семейства забавно виснут на животе матери, хватаясь за ее шерсть цепкими лапками. Некоторые лемуры переносят своих детей в пасти, а детеныши, например, карликовых лемуров, первые 2-3 недели своей жизни проводят в укромных гнездах или дуплах деревьев. А вот малыши кошачьих и обыкновенных лемуров забираются матери на спину и катаются себе, пока не повзрослеют. Первые месяцы жизни маленькие лемуры находятся под постоянной заботой мамы. А у моногамных лемуров Индри детенышами достаточно ответственно опекуется и отец. Грудное вскармливание материнским молоком длится 4-5 месяцев. После окончания этого периода лемуры начинают быстро расти и вскоре становятся полностью независимыми от родительской опеки. Несмотря на свою вертлявость и проворность, лемуры нередко становятся добычей для пернатых хищников. Наибольшую угрозу для них представляют мадагаскарская ушастая сова и сипуха, а также ястребы. Нападают на них и змеи, особенно мадагаскарский древесный удав и некоторые хищные млекопитающие – узкополосые моно, мангусты и даже домашние собаки местных жителей. Но как бы там ни было, больше всего страдают лемуры вследствие деятельности человека. Именно поэтому лемуры на Мадагаскаре имеют строгий охранный статус,
поскольку многие их виды находятся на грани вымирания. Особенно пагубно на лемурах сказалась интенсивная вырубка тропических лесов, являющихся традиционными местами их обитания. Многие виды лемуров в дикой природе находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства и незаконной торговли. Для сохранения лемуров как вида на Мадагаскаре создан заповедник, где посетителям можно легко купить бананы и фиги – любимое лакомство лемуров. И если вам придется побывать на его территории, заранее готовьтесь к тому, что лемуры будут повсюду. Они будут смело прыгать вам на плечи, шнырять в сумках и рюкзаках и бесцеремонно просить еду. Советуем не скупиться и иметь в запасе хорошую вязку бананов. Лемуры все съедят и умоляюще будут просить еще. Жители Мадагаскара, малагасийцы, издавна культивируют верование, что лемуры – это души умерших предков. Поэтому в некоторых поселениях есть традиция приносить для них фруктовое угощение. А вот это странное малагасийское суеверие, кажется, только вредит лемурам. Считается, что высушенный указательный палец лемура способен вернуть утраченную мужскую силу. Поэтому нередко лемуры становятся объектом охоты пожилых малагасийцев, желающих снова почувствовать себя 19-летними юношами. А перед лемуром-руконожкой, например, местные жители вообще испытывают особый страх. По мнению островитян, любой человек, который убьет его, умрет в течение года. Ученые до сих пор не знают, как зовут руконожку местные жители, поскольку те никогда не произносят ее название вслух. Островной характер фауны Мадагаскара обуславливает полное отсутствие копытных животных и крупных хищных млекопитающих. Фауна пресмыкающихся Мадагаскара тоже не очень богата. На острове нет ядовитых змей и больших ящериц. Однако есть большое количество удавов, хамелеонов и черепах. Исключительный интерес на острове представляют древесные мадагаскарские удавы. Они – это единственный представитель из семейства удавовых на острове. Общая длина мадагаскарского удава колеблется от 1,5 до 2,5 метров. Самки, как правило, больше самцов. Основная окраска удава может быть зеленоватой или коричневой с оттенками красного и желтого. На спине оригинальный рисунок создают большие темные ромбовидные пятна, высветленные посредине или со светлой окантовкой. В большинстве популяций окраска питона меняется от ярко-красной у молодых питонов до темной у взрослых особей. Мадагаскарский древесный питон любит сухие и влажные леса, однако встречается и в саванных ландшафтах острова. Молодые пресмыкающиеся ведут исключительно древесный образ жизни. Взрослые же держатся преимущественно на земле, хотя в течение дня они также взбираются на дерево, чтобы погреться на солнышке и отдохнуть. Поэтому название этих удавов не совсем точное, поскольку они не так уж и часто лазают по деревьям по сравнению с другими древесными видами питонов. Удавы ведут в основном ночной образ жизни. В дикой природе они питаются летучими мышами, пернатыми и делают это довольно нечасто, так как имеют замедленный метаболизм. Эти удавы питаются раз в месяц и в большом количестве пищи не нуждаются. Самцы, как правило, начинают питаться с апреля по октябрь, а потом совсем отказываются от еды, особенно когда рядом есть привлекательная самка. Мадагаскарские древесные удавы являются живородящими. Самка рождает до 12 малышей. Длина каждого составляет около 38 сантиметров.
Интересно, что окрас беременных самок становится вдвое темнее. В природе, как говорится, нет случайностей. Предусмотрено все до мелочей. Это необходимо для того, чтобы хладнокровная мама смогла накопить в теле больше тепла, крайне необходимого для формирования эмбрионов. После родов у самок происходит линька и возвращается первоначальный цвет. Новорожденные удавы имеют светло-красную окраску. Такой цвет отпугивает и предупреждает врагов, что им следует держаться подальше. Мадагаскарские удавы имеют репутацию агрессивных хищников. К тому же они очень сильные, сжимают потенциальную добычу мертвой хваткой, а расслабляют мускулистое тело только тогда, когда уверены в своем превосходстве. К сожалению, за последние 10 лет произошло снижение численности мадагаскарских древесных удавов примерно на 20%, а это означает, что им грозит полное вымирание. Торговля этими змеями запрещена Международной конвенцией по охране умирающих видов дикой природы. Среди больших змей на Мадагаскаре множество и маленьких. Все они не ядовитые, только доставляют немало хлопот местным жителям. Змеи пролезают в малейшую щель помещений, забиваются в посуду, к кроватям, и тогда хозяева вынуждены выметать их веником прочь и успокаивать испуганных детей. Среди других рептилий на острове Мадагаскар встречается уникальный сухопутный вид клювогрудой черепахи, которую местные жители называют анганока. Панцирь у нее очень высокий, с заметно выдающимся вперед пластроном. Это помогает черепахе беспрепятственно передвигаться по густым зарослям. Еще одной особенностью является наличие у взрослых самцов своеобразного клюва или киля, который вырастает из горловых щитков, расположенных на пластроне. Такое характерное образование играет немаловажную роль в процессе размножения вида. Общая длина клювогрудой черепахи достигает 48 сантиметров, а их вес составляет от 10 до 19 килограммов. Между этими черепахами наблюдается половой диморфизм. Самцы значительно больше и тяжелее, чем самки. Карапакс черепах обоих полов мягко-коричневого цвета с четким бледно-желтым звездчатым рисунком. Для клювогрудой черепахи нет ничего лучше сухих лиственных лесов, разреженных кустарников и открытых для солнца лесных полян. Она не роет норы в почве, а ищет уютное убежище среди густых зарослей. Питается черепаха свежими листьями и травянистой растительностью. Сезон спаривания у черепах длится с октября по февраль, достигая кульминации в ноябре-декабре. Прелюдией к размножению являются драки между самцами. Вот здесь и пригодятся характерные отростки на горловых щитках. Отважные самцы сходятся для поединка и пытаются своими клювами на пластроне опрокинуть противника. Тот, кто сумел это сделать, торопливо направляется к самке, а проигравший переворачивается и идет искать счастья и лучшей судьбы в другом месте. Самки откладывают белые сферические яйца в небольшое углубление и плотно прикапывают их прелыми листьями. Инкубационный период будет длиться от 168 до 296 дней. Маленькие черепахи очень уязвимы и, выбравшись из гнездового кубла, становятся легкой добычей для хищников. Выжить в условиях дикой природы удается трети детенышей из одной кладки. На Мадагаскаре клювогрудая черепаха охраняется законом. Экспорт строго регламентирован. А для местных жителей она считается священной. Ее держат в курниках как талисман против болезней домашних птиц.
Надо сказать, что половина всех хамелеонов на планете встречается именно на этом острове. Пантерный хамелеон впервые был описан французским натуралистом Жоржем Кьюве в 1829 году. Название рода хамелеонов «фурчифер» происходит от латинского «фурчи» и означает «раздвоенный», что очень точно характеризует форму конечностей хамелеона. А уже прилагательное «пардалис» указывает на окрас рептилии и переводится как «леопардовый» или «пятнистый». Пантерный хамелеон – довольно крупное пресмыкающееся, длина туловища которого вместе с хвостом составляет около 45 сантиметров. Общеизвестная способность хамелеонов изменять окрас кожи позволяет говорить, что эти животные действительно живые радуги. Как же удается хамелеонам так ловко менять цвета? Дело в том, что эти животные рождаются с особыми клетками – хроматофорами, находящимися в наружном слое кожи хамелеона. Именно в них и содержится цветной пигмент, что так мастерски маскирует рептилий под окружающую среду. Верхний слой хроматофора имеет красный или желтый пигмент, нижний – голубой или белый. Расширяясь и сокращаясь, пигменты смешиваются в клетках, словно краски на мольберте художника. А мы с вами видим потрясающий эффект. Обычно самцы пантерных хамелеонов ярче самок. Многие из них имеют на голове и мордочке оригинальное украшение в виде носовых отростков или небольших роговых гребешков. Кроме того, хамелеоны и пантерны в том числе – обладатели уникальных глаз, которые могут вращаться на 360 градусов независимо друг от друга. Именно поэтому рептилии видят в двух направлениях одновременно, причем острота их зрения удивительна. Хамелеоны способны разглядеть мельчайших насекомых на расстоянии 10 метров. К тому же пантерный хамелеон отлично различает ультрафиолетовый свет. Однако он плохо слышит. Как и змея, он не имеет внешних или средних ушей. Но это вовсе не означает, что хамелеон глухой, как тетеря. У него хорошо развита способность определять звуки на частоте 200-600 Гц. Конечности пантерных хамелеонов приспособлены для передвижения шероховатыми поверхностями, поэтому кора деревьев для них, как для каждого из нас, обычный городской тротуар. Пальцы на их ногах сливаются в группу из двух или трех, снабжены острыми когтями и функционируют точно как щипцы. Отличительной чертой хамелеона является длиннющий язык. Он в два раза превышает размер туловища. Язык выстреливает с невероятной скоростью. К тому же образован он не только крепкими мышцами и эластичными сухожилиями. На его упругом кончике есть мышечная группа в виде помпы, покрытая густой слизью. Всего 0,05 секунды и добыча в руках, а точнее на языке хамелеона. После того, как она надежно прилипла, пантерный хамелеон быстро втягивает язык, сводит сильные челюсти и проглатывает добычу. Пантерные хамелеоны ведут дневной образ жизни. Они прячутся среди невысоких кустарников и на деревьях, любят греться под солнечными лучами на холмах. Как и большинство хамелеонов, пантерные – территориальные животные, живущие одиночками в пределах определенного участка, кроме периода для спаривания. При встрече самцы-соперники не скрывают агрессии, мгновенно меняют окраску, раздувают туловище, пытаясь испугать конкурента. Чаще такие противостояния заканчиваются демонстративными имиджевыми преимуществами более сильного. Более слабый отступает, возвращая себе невыигрышный серый или совсем черный цвет позора. Самка откладывает от 10 до 40 яиц.
Их количество определяется наличием достаточного количества корма. Следует отметить, что самки живут недолго, всего 2-3 года после кладки яиц. Дав новую жизнь, организм завершает репродуктивный цикл. Пожалуй, сказывается биологическая нагрузка. Фауна земноводных на Мадагаскаре несколько обеднена. Типичными их представителями для острова являются несколько видов лягушек, одна из которых – томатная лягушка или мадагаскарская лягушка-помидор. Ее можно встретить в лесах, парках, кустарниковых зарослях, на окраинах болот, прудов, озер и каналов. Длина тела томатной лягушки – 6-10 сантиметров, а весит она от 40 до 200 граммов. Самка почти вдвое крупнее самца. Различия между полами проявляются еще и в окрасе. Цвет самца от желто-коричневого до оранжевого. Самки, как правило, бывают только ярко-красными. Ее окрас действительно напоминает спелый помидор. Кожа лягушки гладкая, без выпуклостей и выступов. Только по бокам у нее есть две кожаные складки, вдоль каждой из которых тянется темная полоска. У томатной лягушки практически нет врагов, потому что она выделяет ядовитое клейкое вещество, которое надежно защищает ее от ужей, кошек и собак. На листьях деревьев и кустарников острова можно заметить еще одну представительницу земноводных – мадагаскарскую пеструю лягушку. Она относится к классу земноводных и подсемейству мадагаскарских лягушек. Общая длина представителей этого рода колеблется от 1,5 до 3,5 сантиметров, а весят они до 30 граммов. Именно поэтому лягушки безопасно и легко обустраиваются на листьях деревьев, которые служат и местом охоты, и кроваткой для отдыха. Самки немного больше самцов и шире туловищем. Пожалуй, название «пестрое» для этих лягушек оправдано. На передней части туловища самца есть пятно в виде подковы. Кожа лягушек содержит отверстия для ядовитой секреции. Однако яда у них нет. Лягушки только имитируют сходство со своими ядовитыми родственниками. Однако клейкая кожа все же содержит ядовитое соединение. На пальцах мадагаскарской пестрой лягушки отсутствуют перепонки. Ее окрас очень яркий и довольно разнообразный, от оранжевого до салатово-зеленого. Интересно, что самцы пестрой лягушки любят петь песни. Их соло отличается от кваканья других лягушек и напоминает пение сверчка. Самец самовлюбленно поет целый день, издавая беспристрастно одну и ту же мелодию, состоящую из 6 щелчков, каждый из которых длится около 11 миллисекунд. Пестрые лягушки достаточно энергичны, ведь большую часть суток они посвящают поискам пищи, а когда утоляют голод, любят отдохнуть и погреться на солнышке. Среди бабочек, в целом схожих с африканскими, на Мадагаскаре встречаются множество роскошно окрашенных, среди которых и мадагаскарская урания. Эта бабочка поражает яркостью, изысканной колористикой и вычурностью узора на крыльях. Интересно, что гусеницы мадагаскарской урании употребляют в пищу только 4 вида растений. Все они из семейства молочайных. Личинка очень прожорливая. Она объедает листья мгновенно, оставляя только плотный стебель. Поскольку молочаи растут не по всей территории Мадагаскара,
то и гусеницы встречаются в изолированных друг от друга районах острова. Свои коконы личинки бабочки урании изготавливают из шелковой нити. И на этот, скажем так, технологический процесс гусеница тратит около 10 часов. Затем на протяжении почти 30 часов личинка проходит подготовку к метаморфозе. Само чудо превращения занимает не более 10 минут. Но сформированная бабочка из кокона выходит только через 21 день. Друзья, если вы не знали, кто в природе производит продукт крепче стали, то знайте, это мадагаскарский паук. Его паутина едва ли не самое сложное биологическое вещество в мире. Паук плетет сеть, которая в диаметре достигает 3 метров, а ее нити по прочности в 10 раз превышают кевлар, который используется для армирования автомобильных шин и в производстве бронированных жилетов. Вес нити действительно впечатляет. Если обвить ею всю нашу планету, то будет весить такой моток паутины всего 0,5 килограмма. Более того, паук обладает редкой способностью стрелять паутиной на расстоянии в 25 метров. Поэтому мадагаскарский паук разбрасывает свои сети над реками и даже озерами от одного берега к другому. Трудно поверить, но во всех домах местных жителей на Мадагаскаре можно увидеть паутину, и ее никто не убирает. Делать это категорически запрещают местные традиции. Польза от этих неплохих традиций есть, поскольку пауки, плетущие ее, для человека совершенно безопасны. Более того, своими паутинными сетями они вылавливают множество вредных насекомых, кусючих и надоедливых. Что ж, наше видео-путешествие по Мадагаскару подходит к концу. Оставляем за собой право настоятельно советовать посетить его лично. Это уникальный шанс, который, возможно, выпадает раз на протяжении всей жизни. Именно здесь, на Мадагаскаре, вы сможете найти для себя внутреннюю гармонию из-за редкостного единения с природой, что спряталось в потерянных островных джунглях. Экзотические природные богатства очаруют и поразят, как и самобытная культура местного населения. Ради такого стоит отбросить сомнения, ежедневные заботы и отправиться в незабываемое путешествие к райскому острову, который красиво и уютно притаился в Индийском океане.